развалилось даже то, что пережило 90-е годы. Вот такое вставание с колен. Корову уничтожили, свиней уничтожили, и теперь нас кормят всякой гадостью. А достижения? Вот они. Вот они. Но вот это все, эта работа «Единой России» создает очень прочную базу, прочный фундамент российской государственности, имея в виду гарантированность принятия необходимых стране решений. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня на примере одного из провинциальных городов, разбросанных по территории нашей необъятной родины, мы подведем итоги 21-летнего правления Путина. Это «Глас народа». Скажите, пожалуйста, Владимир Владимирович Путин находится 21 год у власти. Можете назвать его главные достижения? Это развал страны, полностью всех предприятий, повышение цен, отмена социальных льгот для населения полностью всего. А вот скажите, вот в вашем городе за последние 20 лет что изменилось или произошло в связи с его правлением? Много предприятий позакрывались. Вот, был БКМЗ, металлургический завод, там численность рабочих была около 15 тысяч, в 2008 уже стало меньше, а на данный момент сейчас 1500 рабочих. Цеха многие позакрывались, так что... Россия начинается там, где заканчивается асфальт. Скажите, пожалуйста, а что находится за вашей спиной? Развалины. Развалины чего? Бывший филиал «Россельмаша». Это градообразующее предприятие, собственно говоря, было «Белой Литвы». Вот этот поселок Заречный, который находится слева от нас, это построен полностью для рабочих этого филиала «Россельмаша». А что здесь производили? Здесь производили измельчители для комбайнов «Дон» и «Нива». А много народа работало на этом предприятии? Ну, тысяч, я думаю, около 5, это точно, если не больше даже. Я точно не могу сказать, но очень много народа работало, очень много. Когда закрыли предприятие? В 2007 году окончательно закрыли. Так это же время вставания с колен. Да, ну, это как раз время падения было, окончательного падения этого завода, окончательного. Много ли предприятий закрыто в вашем городе за последние 20 лет? Я даже с трудом могу посчитать. Я здесь живу в городе с 2001 года, и все это вставание с колен видел как журналист очень ярко. Но я могу назвать наиболее такие серьезные, крупные. Две очень крупных, два строительных предприятия, «Калитвастрой» и «СМИК» при металлургическом заводе, которые как бы делили город пополам, одни строят там, другие там, полностью обанкрочены, уничтожены. «Молочный завод», который до середины нулевых кое-как еще работал, периодически останавливался, куда сдавали молоко и хозяйство, и частные сдатчики. Птицефабрика «Надежда», которую уничтожила там московская компания «Оптифуд», которая планов громадье настроила, но потом все это в одночасье буквально раз и развалило, людей выкинули на улицу без зарплаты, с долгами. Да, вот что интересно, это происходило в период так называемого вставания с колен, вот эти нулевые, которые пропаганда называет такими уж годами развития, но вот здесь конкретно на вот этой даже территории, в Белокалитвинском районе, видно, что развалилось даже то, что пережило 90-е годы. Вот такое вставание с колен. Ну, это бывший Белокалитвинский молокозавод. Производили масло, сыр, все, что можно производить с молока. Здесь было большое предприятие. Сколько привозили молока, точно я вам не могу сказать, ну, в сутки. Ну, очень много, потому что работало много людей. Но зато теперь пальмовое масло из Африки нам везут. Вы рады этому? Нет, я не рад. Я только питаюсь продукцией домашней. Все. Я, конечно... Наши предприятия, все колхозы, они разрушили, корову уничтожили, свиней уничтожили, и теперь нас кормят всякой гадостью. За моей спиной Белокалитвинский мясокомбинат. Это предприятие работало в 80-м году, я пришел работать, да, в колхоз. И в 80-х годах это предприятие работало в 3 смены. Сюда ездили колхозники занимать место за неделю примерно.
Предприятие выпускало колбасы, ну, все мясные продукты. Пользовался не только район этими мясными продуктами, но отправлялось на Украину сюда, в шахтерские поселки, и также Москва и Питер. А может быть, и не нужен этот мясокомбинат? Ведь мясо и так в навалом в магазинах. Ну, мясо это вообще-то это не наш продукт, потому что он слишком дорогой. И, к сожалению, к величайшему сожалению, едим мы его только по праздникам, и то не каждый раз. Поэтому и мясо лежит на прилавках? Скорее всего, да. Особенно колбасы. У них же мясо там 5%, по-моему, и все остальное соя. Скажите, пожалуйста, а это что за прорыв за вашей спиной? Бывший детский садик. И что с ним произошло? Ну, разрушили, закрыли и разрушили полностью, и все. Так что, детей не стало в стране или что? Детей-то у нас много, только решение кто-то принял, чтобы его надо было закрыть, и все. Что вы чувствуете, глядя на эти разрушенные предприятия? Тоску. Тоску. Пропала моя родина. Пропала, к величайшему сожалению. Я видел, как работали люди, я видел, что здесь было, и вот, к сожалению, все вот так вот стало. Председатель Государственной Думы Володин сказал, что наше достояние не газ и не нефть, а наше достояние Путин. А вы согласны с его изречением? Категорически нет, скорее это наша беда. И какой-то... Он назвал того, кому он служит, и от кого он зависит, конечно. Ничего удивительного. А что вы считаете достоянием нашей страны? Наверное, все-таки людей. Ну а как бы вы охарактеризовали 21-летнее правление Путина? Отрицательно. Отрицательно. То есть мы же с колен встали. Да с каких мы колен не встали? Мы грохнулись ниже некуда. Много ли в городе закрыто предприятий за последние 20 лет? Практически все. Практически все. В процентном соотношении сколько это? 80 точно. Мы скатились на уровень 45-го года. Вот эти развалины, они похожи на результаты бомбежки. Вы верите, что наша страна возродится? Нет. А как же так жить-то? Какое будущее нас ждет? А мне остается доживать. А ваши дети, внуки? Судьба. Судьба. С этим правительством ничего не светит. Вот старшего внука я сейчас определил в техникум на железную дорогу. Не знаю, как получится. Закончить он и закончит, потому что денег я ему по-любому дам. А что дальше будет, устроить его или нет, потому что дочка работает, бесконечное сокращение даже на железной дороге. Диспетчеров сокращают, подвижной состав сокращают, ремонтный состав сокращают, дежурных по станции вообще практически не осталось. Это на железной дороге. Ну, она, вот она у нас проходит. А вы считаете, что при этой власти вот эти 80% предприятий, которые они уничтожили, будут восстанавливать? Нет, не будут восстанавливать. Это только смена власти, другой курс, который будет на благо народа и России. Тогда можно восстановить их. Ну, у нас предприятия до такой степени развалены, что их легче новые построить, чем восстановить. У нас 20% страны ходят вот в такие туалеты. Это прорыв, на ваш взгляд? 20% неправда. Скорее, половина страны ходит вот в такие вот туалеты. Несмотря на то, что газ пытаемся подвести к домовладениям и так далее, и так далее. А достижения, вот они, вот они. Дорогие друзья, обязательно напишите в комментариях, а как изменились ваши города за 20-летнее правление Путина. Подписывайтесь на наш канал «Аврора», не забудьте поставить лайк и, конечно же, до скорой встречи.